На ранних стадиях холангиокарцинома часто не имеет симптомов и выявляется случайно во время медицинских обследований по другим вопросам. Симптомы, которые появляются, неспецифичны и могут также быть вызваны другими заболеваниями. Данные симптомы включают тошноту и потерю аппетита, усталость, общее недомогание, дискомфорт в брюшной полости с правой стороны под ребрами, высокую температуру и озноб и потерю веса. На поздних стадиях симптомы холангиокарциномы чаще всего связаны с блокировкой желчных протоков, в результате которой желчь поступает в кровь и ткани организма. Это состояние называется желтухой. Поскольку желчь желтого цвета, ее отток в ткани организма приводит к тому, что желтеет кожа и белки глаз. Моча приобретает темный, а кал – светлый глинистый оттенок. Кроме того, кал может быть трудно смыть из-за того, что в нем повышенное содержание жиров, так как жиры не расщепляются и не всасываются должным образом ввиду малого количества желчи, поступающей в тонкий кишечник. Концентрация желчи в коже может также вызывать кожный зуд.